что для нас любовь? Это чувство ассоциируется у нас с поэзией, со сказкой. Я хочу рассказать вам эту сказку. Русская эмигрантка из Парижа, молодая, красивая. Ее внешность помогла получить и работу на подиуме. И уже очень скоро весь город был увешан рекламными постерами, с которых на французов смотрело ее лицо. Перед ее красотой не устоял и наш герой. Пробыв в Париже чуть больше месяца, он успел сделать своей новой знакомой предложение руки и сердца, посвятить стихи, и даже после вынужденного отъезда он постоянно напоминал о себе. В течение всей жизни ей приходили цветы от господина М, который положил в банк на счет известной парижской цветочной фирмы огромную сумму денег. С единственным условием, чтобы каждое воскресенье ей приносили букет самых красивых и необычных цветов. Невзирая на погоду и время года, из года в год в двери стучались посыльные с букетами фантастической красоты. Их приносили в 30-м, когда он умер, и в 40-м, когда о нем уже забыли. В годы Второй мировой в оккупированном немцами Париже она выжила только потому, что продавала на бульваре эти букеты. Сколько неоконченных разговоров, сколько недосказанных слов было у наших героев. Но одно слово было в каждом букете, в каждом цветке. Слова его любви буквально спасали ее от голодной смерти. That small cafe, the park across the way. Персонажи в ней очень даже реальные. Это поэт-бунтарь, поэт-революционер Владимир Маяковский и русская эмигрантка из Парижа Татьяна Яковлева. Все мы знаем про отношения поэта и Лили Брик. Их отношения были яркими, запоминающимися, страстными, я бы даже сказал, порой жестокими. И на фоне них все остальные влюбленности поэта меркнут. Но только до того момента, пока люди не услышат совсем другую историю. Про влюбленность, про которую мало кто знает, которая раскрывает поэта совершенно с иной стороны. Ходят слухи, что именно Лиля Брик не пустила Маяковского обратно в Париж.
А сама же Татьяна, несмотря на уговоры вернуться в Советскую Россию, отвечала отказом. Вернуться в Россию и поступить на службу, отказавшись от мехов, драгоценностей, изысканного общества, на это она так и не смогла решиться. Да и кто знает, как бы сложился их роман, если бы она, бросив все, уехала за поэтом в Советскую Россию. Возможно, у нас бы не было такой красивой истории любви, ведь такие романы тем и хороши, что остаются недопетыми. Еще чай? С удовольствием.